Сегодня прокуратура Ненецкого округа провела открытый форум. За одним столом вместе с органами власти, представителями местного самоуправления, членами общественной палаты они обсудили самые актуальные проблемы региона, главные из которых касались состояния законности в сфере обращения с отходами производства и защиты заполярных природных богатств. Вы знаете, что наш полигон города Нарьян-Мара попал в зону внимания общественных организаций, зарубежных организаций, еще 10 лет назад, когда вопрос Арктики еще не так ярко звучал. С каждым годом проблемы, касаемые Арктики, звучат все острее. Особенно в 2017 году. В год экологии прокуратуры Ненецкого округа была проведена огромная работа. Мы подняли проблему утилизации твердых бытовых отходов. Очищена акватория реки Печора в районе Нарьян-Мара. Выявлены болевые точки по накопленному экологическому ущербу в других населенных пунктах, прежде всего это Амдерма, и там проводится работа, в том числе и на особо охраняемых территориях, это заказник Ненецкий. Кроме того, в исполнении требований прокуратуры органами государственной власти на кадастровый учет было поставлено 7 особо охраняемых природных территорий. В поселке Искатели была закрыта несанкционированная свалка. На территории заповедника Ненецкий снесены самовольно возведенные постройки. И это только малая часть проделанной работы, которая будет активно продолжаться. И сегодняшний форум – это повод еще раз обозначить имеющиеся проблемы и наметить пути их решения. Совместно с органами власти, представителями общественных палаты, экспертами Общероссийского народного фронта, которым есть чем поделиться. Например, ОНФ с этого года успешно реализует проект «Генеральная уборка». Главными участниками региональной чистки могут быть все жители. Главное – вовремя заметить экологические нарушения и отправить сообщение на ресурс карты свалок, который можно найти на сайте фронтовиков. Мы можем сказать, что на карте свалок Ненецкого автономного округа сегодня определены 194 объекта. Это и бытовые места складирования бытовых отходов, это брошенные строения, брошенные суда, скопление металлолома. Ну, здесь очень хорошая цифра, 51 объект, это ликвидированные объекты. Ну, в первую очередь, это, конечно же, несанкционированные свалки бытового мусора. То есть это те вещи, на которые можно выехать и которые можно убрать силами общественников. В том числе проект «Генеральная уборка» предполагает участие в ликвидации объектов загрязнения волонтеров. О важности участия волонтеров в решении региональных экологических проблем говорила на открытом форуме и председатель общественной палаты Ольга Малыгина. Вот эту силу нужно привлекать. Но привлекать таким образом, чтобы это было для ребят самих интересно. Вот. И общественная палата со своей стороны, мы будем обращаться и в прокуратуру Ненецкого автономного округа, с Николаем Валентиновичем говорит, и в департамент природных ресурсов, и, значит, будем разговаривать с Народным фронтом, потому что мы должны действовать в связке, чтобы заключить трехстороннее соглашение о том, чтобы вот следующий год волонтерства в нашем округе прошел в том числе под знаком охраны окружающей среды. В следующем году общественников и прокуратуру ждет решение новых экологических задач. Прочный фундамент уже заложен. Оценка деятельности прокуратуры дана высокая. Как показал этот год, в Ненецком автономном округе было решено много на самом деле вопросов, решение которых, в принципе, было смотивировано, и толчком к решению этих вопросов именно послужила позиция прокуратуры Ненецкого автономного округа. В частности, например, уборка судов на озере, на Качкарской Курье. Вот, чистый берег у нас сейчас в настоящее время, суда убраны. Работа очень большая проведена, особенно по свалкам, по бытовым отходам. И даже тема по особо охраняемой природной территории, они никоим случае не задевают интересы коренных малочисленных народов Севера. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».